Самый быстрый и наиболее удобный способ купить Binance Coin – это воспользоваться онлайн-обменником. Мы отобрали для вас те обменники, где можно купить Binance Coin именно стандарта BEP20. Есть стандарт BEP2, но нам нужен BEP20. Это очень важно, поэтому будьте внимательны и не перепутайте. Для примера я покажу вам работу обменника Baxman. Но в описании под видео будут ссылки и на другие обменники, которые также поддерживают тип платформы BEP20. Выбирайте любой на свое усмотрение. В левой колонке «Отдаете» указываем способ оплаты. Лично мне удобно оплатить Kiwi. Именно этот способ оплаты я выберу. Но вы можете выбрать тот способ, который подойдет именно вам. Оплатить с карты, либо с другой платежной системы. В правой колонке «Получите» выбираем Binance Coin, он же BNB. Итак, я покупаю BNB на 5000 рублей. Вводим сумму. Вот в этой графе «Получаемая платформа» обязательно переставляем галочку на стандарт BEP20. Будьте внимательны и не перепутайте. Если будете покупать в других обменниках, обращайте на это также внимание. Дальше все по классике. Вводим данные для оплаты. В моем случае я указываю свой Kiwi кошелек. Также указываю email для получения квитанции. Осталось ввести данные для получения BNB, а именно адрес BNB кошелька. Очень важный момент, чтобы адрес кошелька соответствовал стандарту BEP20, который нам нужен. Вот здесь сверху должно быть написано Binance Smart Chain Network. Если название другое, необходимо вручную его поменять. Далее кликаем на иконку копирования. Вот эти два квадратика. Готово. И вставляем адрес своего кошелька вот сюда, в эту графу «Кошелек для получения». Еще раз проверяем все данные и жмем кнопку «Начать обмен». Переходим на сайт для оплаты. Нас автоматически переводят в кошелек Kiwi, и мы видим, что нам уже выставлен счет для оплаты. Вписывать вручную ничего не надо. Нажимаем кнопку «Оплатить». Готово. Сейчас я поставлю видео на паузу и продолжу, когда купленные монеты поступят на мой кошелек. Итак, прошло буквально 5 минут, и мне на почту пришло уведомление, что заявка успешно обработана и Binance Coin уже на моем счету. Открываем кошелек и видим, что BNB действительно получены. Как мы видим, ничего сложного в использовании обменником нет. Но в случае каких-то проблем вы всегда можете обратиться в техническую поддержку, и ее сотрудники всегда вам помогут. На этом все. Благодарим за внимание.